Дороги Урая теперь будут соответствовать ГОСТу. Сейчас повышают их безопасность для пешеходов. Так, возле образовательных учреждений добавили лежачих полицейских. А зебры, как положено, выкрасили в желто-белый цвет. Их покрытие сделано из термического долговременного пластика. Помимо этого, возле школы установили дополнительные светодиодные светофоры, которые хорошо видны водителям. Урайцы наверняка заметили появление на городских улицах ограждений. Они дисциплинируют пешеходов, позволяют переходить дорогу в специально отведенных местах. На повышение мер безопасности в муниципалитете выделили 5 миллионов рублей. Ограждение, которое должно быть установлено у пешеходного перехода, должно составлять не менее 50 метров в обе стороны. Но поскольку мы не в Москве живем, у нас понятно, что есть определенные ограничения, поэтому по согласованию с органами ГИБДД эти расстояния где-то несколько сокращены. Там, где технически невозможно сделать 50 метров.